купить. Сняли меня. Мне в аптеку надо, или я сдохну. У меня башка отваливается. Шестой чемпионат России по этому виду спорта, он проходит у нас в городе Герои, в Белгороде. Белгород здесь. Олег Кубасуров здесь. Воронеж здесь. Дагестан здесь. Абу-Бакаров. Курск здесь. Калмыкия здесь. Ингушетия, Слепцовск. Настрой какой? Удачи вам. А? Как настрой? Бомба. Будет небесам жарко, сложат о героях песни. Вспомните, надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светят все экраны теле. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. А ты первый уже все? Нет, вторая. Первый, второй Европа. Ну да, снимаешь. Сейчас. Нет, а ты рассказывай. А мы обе финалистки, короче. Так, а погоди, почему? Она я уже а почему ты вторая? Здесь вторая. В смысле, я еще она не вторая. Финалистка. А, ну... Я финалистка. Ты слышишь, что у меня нет, тогда это? Нет, я просто спился, знаешь, я слышу, плохо понимаю. Короче, мы сегодня рвем. Да, это и так и надо. И на него! Накрыл! Делай! Делай трехбальный! Ноги! Сегодня на Беляева город напал. Мы вышли из гостиницы, короче, он там а там же ступеньки вниз, и он покатился по ним. Я говорю, Лёша, стой, ты куда? Он... Я утром просыпаюсь, мне хочется умереть просто. Я проснулся в 8, еще часа 2,5 я умирал. На второй ковер приготовится мужчина весовой категории до 100 кг. Умаров. Они просто в зале мало борются, поэтому решили побороться на чемпионате России. Приготовились. Мужчина, категория до 77 килограмм. На ковре победу одержал Анисимов Илья. 1/4 финала. Чечулин Андрей Гуфу. Да, были амбиции легко тонуть. Я думал, он это... Он догадался. Да, я понимаю. Вставай, вставай, вставай! Настя, вставай! Я такой, как движок, давай, 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 двигайся, ты подсказываешь правильные подсказки. Самое главное же правильно подсказать. Можно, конечно, не уметь бороться, просто главное правильно подсказать. Слушай, а вот именно твоих ребят, которых ты ведешь, много сегодня? Ну, я привез команду 15 человек из Санкт-Петербурга. И вот там уже позанимали 3/3, кажется, уже кто-то в полуфинале, а кто-то в финале, кто-то уже в полуфинале. В целом доволен, третье место. Мог лучше, но... так получилось. Надо лучше готовиться. Это была тяжелая схватка? Вы знаете, я на нее настраивалась очень сильно. Терпела до конца. Прям вот отсчитывала секунды. Да, мне удалось. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Умница. На второй ковер приготовиться. Габизов Ахмед, Халиков Тамерлан. Чуртин Сергей, вице-президент Федерации спортивной борьбы Белгородской области.
Все идет четко по плану. Наши московские друзья говорят, что на высшем уровне, что все, что мы подняли планочку чуть-чуть. В том году проходило в Наро-Фоминске чуть-чуть получше, это уже плюс. Борьба равная и очень, никто не хочет не давать, потому что предстоит поездка в Сербию. Все за это борются, никто не хочет никому отдавать балл лишний даже, понимаешь? Все это на таком уровне сильном, что... Детский путь навек сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы черти. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам нашей сборки дать имена. Стремись награде ради красоты спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Слогот и о нас песни, будет небесам жарко. Ну давай, настраивайся на завтра. Да, да, спасибо. Вообще бомба. Вот последняя прям зарубка была. Спасибо, Аня, за схватку. Очень хорошо порубились. Евгений что-то задумал. Какую-то херню. Акт вандализма. Акт вандализма. А? Уже началось. Да началось, уже человек пять.